Мы давно хотели с вами переговорить по отдельным вопросам, которые обозначались ранее, и учитывая то, что уже 3 месяца. 4, ну, почти. 4, считайте, как год по белорусскому времени. Я думаю, у вас есть свои впечатления, свои выводы. Хотел бы от вас услышать оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, для того, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает. Придет время, мы проанализируем ситуацию со всем правоохранительным блоком. Вы подумаете, как это сделать, где мы соберемся для того, чтобы анализ этот осуществить и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство. Сейчас все страны совершенствуют законодательство. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно они прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан. Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Так оно и происходит. Пандемия и с чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической проблемой. Но это надо было ожидать, она и не была никогда медицинской проблемой. Тем не менее, нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова, чтобы нас не перемололи за предстоящий год. 21 год будет непростым. Нам надо, чтобы это не стало, выстоять, сохранить свой суверенитет. Поэтому все эти вопросы, которые мы обсудим сегодня, они упираются в такую политическую плоскость.